либо Йонге занимать первое место очень-очень сложно. На самом деле у меня есть бренд корейской косметики, я не очень советую. Покажу, какой бренд я не советую. Всем привет, дорогие, это Кёна. Я сейчас в центре Сеула, это Бёнгдон. У нас самый популярный магазин косметики, это Оливуйон. Это как золотое яблоко в России, в СНГ странах. Тут есть все популярные, почти все корейские бренды. И тут в Оливуйонге занимать первое место очень-очень сложно и трудно. На самом деле у меня есть бренд корейской косметики, я не очень советую. Давайте тогда покажу, какой бренд я не советую. Поехали! Так, если у вас сухая кожа, и зимой, если у вас щелушение кожи и болит, то я не советую бренд именно Эстра, потому что это средство слишком хорошо для сухой кожи. Уже 9 лет занимается первое место. Почему Эстра в отдельно этом столе? Потому что Эстра это для дерматологического, косметологического пользования. Врачи тоже пользуются для своих пациентов, и они тоже своими деньгами покупают. Покажу, сначала будет это крем, если вы посмотрите, то здесь капсюли. Внутри в капсулах есть керамид. Он держится увлажнение в коже 120 часов. Для чувствительных, у кого раздражение, для очень-очень тонкой кожи тоже очень хорошо помогает. Многие спрашивают, со скольки лет можно пользоваться. Говорят, с 0 лет можно. Поэтому даже для детей, бабушки, дедушки тоже можно пользоваться. Почему я не советую? Это слишком хорошо действует для кожи, только я буду пользоваться. Так, это сыворотка эссенция Atoberio Hydro Essence. У кого атопическая кожа, вы тоже можете спокойно пользоваться. Если вы не любите сыворотка эссенция с легкой текстурой, то я не очень советую. Я хочу посоветовать сейчас, у кого сухая кожа, чтобы хорошо могли пользоваться, особенно зимой. Так. Вот так, как насморк, он очень глубоко впитывается в кожу. Покажу. 30 разных питательных составов внутри в этом эссенции. И знаете, сколько человек участвовало для создания этой косметики? Целых 148 человек. А Море Пасифик, они 40 лет готовились для создания этого бренда. Поэтому они стали такой дерматологическим брендом. Если у вас совсем сухая кожа, то вы можете смешивать эссенцию с кремом. Тогда больше чем 120 продолжается влажности в коже. Если у вас очень-очень сухая кожа, у вас зимой всегда болит кожа, то попробуйте хотя бы маленькое количество. Вы поймете, не зря в Корее пользуются этим кремом вместо лекарства. Очень-очень хорошо попитается в кожу. Ну, я думаю, вы уже хорошо знаете, потому что, когда я вкладывала в Инстаграме, очень многие написали, что вы уже потестировали. Зимой, когда вы выбираете крем, запомните Big 3. Холестерин, жирная кислота и керамид. Если эти составы внутри крема, то он полностью будет хорошо увлажнять вашу кожу. У кого очень чувствительная, проблемная кожа, мне пишет, Кёна, у меня раздражение после пользования пенкой. Тогда я всегда советую, попробуйте тогда пенка с пузырьками. Это пенка. С пузырьками он меньше раздражения, даже в глазах попадет не очень больно. С 0 лет можно пользоваться. Еще зимой у нас не только сухое лицо, а еще тело очень сухое. Тогда я советую вместо геля для душа Herbal Cleanser Atoberio. Это очень советую, даже попа ребенка можно помыть. Дорогие, всегда запомните, если у вас сухая кожа, это путь к старению кожи. Это тонер пэд, я покажу. Это очень-очень тонкий пэд с много-много эссенцией. В нем есть
Сика Экстра, поэтому после одного пользования он сразу успокаивает ваши покраснения кожи эффективно и удобно. Открыть маску, приклеить, это мне чуть-чуть день, 3 штуки тонера и просто приклеивая на лице и сушить волосы. Столько эссенций внутри. Так, дорогие, теперь вы поняли, какой бренд, почему я не советую. На самом деле, я это советую. Конечно, я хочу, чтобы вы тоже потестировали, если у вас сухая кожа. Особенно зимой очень-очень хорошо помогает. Спасибо, что вы посмотрели. Тогда, аням, пока!